Суд праведный, судите, милости, щедроты творите. Эти слова описаны на одной из почитаемых чудотворных икон Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». В день празднования в честь этого святого образа жители Ташкента собрались в главном храме республики для того, чтобы помолиться вместе со своим архипастырем. В центре предела святого великомученика и целителя Пантелеимона на аналое лежит образ Царицы Небесной. События, связанные с этой иконой, очень интересны. Появилась святыня в Москве в середине 17 века. Туда ее привезли казаки. Но вот откуда, история умалчивает. Хотя именно на своей второй родине этот образ прославился многочисленными чудесами и исцелениями. На все наши нужды, печали она проявляла, проявляет. И, надеемся, будет проявлять свою милость к нам, чтобы утешить нас, помочь нам, исцелить нас, воодушевить нас на путь правый, на путь ведущий в Царство Божие. На этой иконе Божия Матерь изображена держащей младенца Христа, у которого в руках развернут свиток. Ее голова склонена на бок. Кажется, что она прислушивается к молитвам всех обращающихся к ней. И Господь через Ее Пресвятую Богородицу помогает нам в наших нуждах, тогда, когда мы, может быть, и недостойны этой помощи, но она помогает нам, потому что надеется, что мы вразумимся и увидим, что причина наших болезней, наших скорбей, трудностей этой жизни являются наши грехи. День празднования иконы стал отмечаться с того дня, когда в 1760 году одна болящая во сне увидела этот образ, который после долгих поисков нашли в Никольском храме. После молебна перед образом женщина стала полностью здорова.